раз поймали. Мы его первый раз поймали, что там. Вкусно, да? Прям с вами. А, давай попробуем. Я не вижу, понял, что целый день не мало, и уже одного покинул. Вот это вот я на макет. Реально макет. Не, мы реально. Сашка, вкусно, да? Да. Ну, бери его, попробуем. А где он? А, рядом вот он. Да, вы чё мы здесь? А всегда там. Ты же разлепоёл сколько? Так это мощно. А пойдём? А, кто там? Завтра мы гадим. Не нравится. Это что? Большая горячая смертей. Да, самая большая сила. Ты меня тоже понимаешь, значит. И более не хочется умереть на фоне. Зато как, смотри, как красиво. Бля, спасибо. Позитивно. Ты снимаешь на видео? Ну да. Ты же смотри, как красиво ты можешь умереть. Нет, они будут смотреть. Под фаер-шоу. Ну как я умираю. Мы тебя подвалим, тебя подвинем. Вот это лет 5. Лет 5? Лет 5, это минимум. Ты хочешь пожить еще лет 5? Хотя бы лет 5, да. А что так мало? Не знаю. Да Ева, а чему так много? Да не было, все нормально. Публика требует больше огня.
Не, сделайте типа, а сейчас вы засыпаете. А, просыпаемся утром все с головной болью. Не стоит. Ты рогатая хрень. Что? О, парень полегче. Это было классно, но полегче. Полегче. А то и так жарко. Нет. Вкусно. Можем поделиться, желающие видеть. Нет. Стремно. Да ладно, на зажигалку так плюнул. Нет, ты взрываешь. Ты желаешь? Да, взрываешь. Я буду Евро просить, пожалуйста. Браво! Еще правильно плюнуть надо. Да. Не струйка, а... Ну, короче... Я понял, да. Че, как ну, как это профессионально. Ну, так у них же опыт. Да? Занимался. Занимался этим. Реально занимался. Так, если он еще был, то ты сам уже Юки, может, ты резинку завяжешь волосы? А то вдруг, мало ли. А то вдруг все на YouTube попадет. Так оно и так попадет, ты что, сомневаешься? Естественно. Тебе удобно на моей ноге? Тебе удобно на моей ноге? Идеально. Твоя нога идеально. Слушай, так классно. Отперся. Я Псыкова. Мне Псыкова. Так, крутите. Я хочу научиться вешать. Чего? Не страшно. Да, подумай, что я умный фаербол. Я могу фаербол. Да, да. Я могу фаербол. Еще показывай, что я фаербол. Держать. Вот это когда попой ударил, я все сильно. Баня, вот это цепь все Да было. Потом еще плиты. Сиен. Сиен, она что занималась? Немного. Нифига себе. О, немного. Да вы гоните. Она просто. Она просто гений, скажи. Она фанат? Она фанат. Поэтому я тебе. Да! На сегодня Ведьку победили. А, ну ладно. Ведьки победили! А где изящные? Фаербол сделать такую. Да никто не делает, а из хопкой, из... Где? Андрюх. Пару нужно сейчас? Нет? Там жестко делать. А? Там, у нас там был кончился, там сценарий написан уже. Я тебе не слышу. Короче. Сценарий готов. Сценарий готов. Нет. Да. Я понял. Я бы не на фестах где-то. Да?
Серега, подвигни, Катя. Голова человека. По голове. А у тебя на что смотрит человек? На нее или на фаербол? Да, на фаербол. Да, мотылять огнем. А мотылять огнем один раз себя ударит, все. Не, он гаснет, просто у него высокий температурный коэффициент. У него коэффициент горения высокий. Поэтому он не тухнет. У него не то, что они сгорят, у него просто коэффициент горения высокий. Выше, чем у... Да мы физики прямо. Все равно поезда круче. Говорю вам, поезда круче. Знаете, какой у них КТР? А? Знаешь, какой поездок у них? Меньше сотни, я сам скажу. Угадал? 98. Нет. Да, не меньше. Нет, не такое. Они же, короче, могут... А, если ты считаешь по весовой категории, то да, у него. У них же идет качение, они... Потому что тормозной путь у 40-составного идет полтора километра. При скорости 40 километров в час.